участникам, и мужчин, и женщин, молодежь, с Днем защитника Отечества. Раньше было принято поздравлять только отслуживших или в лучшем случае мужчин. Сейчас мы все защитники города. С праздником, дорогие мои! Я немножко волнуюсь, простите, может не в Тростополе свои виселицы и бочки уехали, затем приезжал город. В 93-м году состоялось решение Верховного Совета России, где все единогласно и сразу же было заседание нашего. Не горит, а ко мне не входит. Ну, а тут не горит. Ну, давайте помогите.